Инвестиционное послание к бизнес-сообществу в рамках награждения самых успешных предпринимателей края прозвучало со сцены впервые. Наталья Жданова обозначила основные направления развития предпринимательства региона и указала на пробелы, которые необходимо преодолеть. Первый блок, который следует выделить, это совершенствование действующего законодательства и снятие административных барьеров. Совершенно определенно нужно обеспечить комфортные условия вхождения в бизнес и перевод разрешительных процедур в электронную форму. Прежде всего это касается предоставления разрешения на строительство, подключения к энергосетям, лицензирования, регистрации прав и постановки на кадастровый учет. Каждый инвестор или предприниматель после обращения за тем или иным документом должен уйти максимально удовлетворенным. Для этого необходимо обеспечить четкое и оперативное межведомственное взаимодействие на всех уровнях власти. Заслуженные награды из рук губернатора края получили больше 20 забайкальских предпринимателей. Бизнесмены признаются, очень важно, что твой многолетний труд видят и признают на таком высоком уровне. Более 30 лет назад я приехала в этот город, и 20 лет я занимаюсь с лишним здесь бизнесом. И мне очень приятно, что оценена моя работа. Уже отмеченные губернаторской наградой бизнесмены признаются, поддерживать свое дело на плаву, конечно, непросто, но гораздо сложнее решиться на риски и начать его. Но если есть большое желание и энтузиазм, все получится. Если человек одержим, если у него есть хорошая идея, достаточный багаж знаний, я думаю, что несложно, потому что сейчас очень доступны кредитные ресурсы, доступны разного рода получения информации. Подобные награды вручаются забайкальским предпринимателям вот уже во второй раз. Наталья Жданова отметила, развитие бизнеса в регионе – одна из основных задач краевого правительства. Полина Харченко, Сергей Рычков. Время новостей.